Язык любого народа является единственным полноценным ключом к огромному духовно-культурному богатству, накопленному за века и тысячелетия. Но без новых поколений, способных не только излагаться, но и глубоко понимать родную речь, преемственность обречена оборваться навсегда. В Черкесске состоялось заседание Карачаевской секции Республиканского отделения Союза писателей России. О повестке и предложениях расскажет Ахмат Халкечев. На повестке собрания 5 вопросов. Это роль критики в развитии художественной литературы, организация литобъединений в городах и районах республики, рассмотрение заявлений о приеме новых членов, организация кассы взаимопомощи и избрание ревкомиссии. Первым докладом рабочую часть заседания открыл народный писатель Карачаева-Черкесии, литературный критик Азимагомед Татаркулов. Проблемам сбережения сознания и чистоту нетленной души не грех надеяться, адресованы все наши с вами профессиональные усилия, искания, собрания. В свою очередь, председатель регионального отделения Союза писателей России Ислам Хубиев особо отметил, что речь идет не о цензуре. Давно созрела необходимость выводить творчество современных авторов на новый, современный уровень, подытожил он. Талантливый человек, он может писать хорошие произведения, стихи, но это не значит, что они выполнены профессионально. И в этом случае талантливому человеку нужно оказывать помощь. Высокую степень плодотворности обсуждений в данном формате отметили все собравшиеся. Жизненно важную роль местных литобъединений в деле не только сохранения, но и развития литературного языка подчеркнула и руководитель главного карачаевского печатного органа Салима Каркмазова. Работы много. Сегодня определили по районам, прям ответственные определились. И будем с районами работать в плане того, чтобы выявлять новых молодых писателей. Потому что в нынешних условиях мы знаем и осознаем, что язык, к сожалению, уходит. Довольно эмоциональным получилось выступление члена секции заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии Хусея Каккушева. Он обратил внимание на то, что качественная литературная критика для произведений на карачаевском языке была лишь до начала второй половины прошлого столетия. Была хорошая до 70-х годов литературная критика. Там была осмыслена вся литературная жизнь, литература сама полностью осмыслена и довоенная, и послевоенная. А после этого вот упустили этот момент, и мы не знаем, в каком мы положении наша литература, какие силы у нас, куда мы идем. Еще весьма позитивную новость в литературной жизни республики поведал Ислам Хубиев. С начала текущего года региональным отделением Союза писателей России при активной поддержке республиканского Минкульта шла подготовка к печати литературного альманаха. В сборнике будет представлено творчество всех современных авторов Карачаева-Черкесии, состоящих в Союзе писателей. Ахмат Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.